2020 рік. План погасних надходжень загального фонду було виконано на 96%. Фактичне надходження у нас склало 667,2 мільйона гривень. Це був перший рік, коли план по власним надходженням міського бюджету не було виконано. Це пов'язане, ви знаєте, з ситуацією з коронавірусом. Як приклад, можу навести виконання бюджету за 2019 рік. Тоді план було виконано на 102,6%. Рост в сравнении з 2018 роком составляло у нас 14,5%. Якщо посмотреть, як виконався план у 2018 году по місцевому бюджету, це було 101,4%, і рост в сравнении з 2017 роком у нас составляв 16%. То зараз ви бачите, що у нас план було не виконано, і ми недополучили 25,8 мільйонів гривень собственних поступлень. При этом, конечно, был минимальный рост в сравнении с фактическими надходжениями за 2019 рік. Как же у нас выполнялись основные джерела? Основной наш доходный источник – это податок та збір на доходы фізичних осіб. Его питома вага, ви бачите, это почти 60% от усіх власних надходжень. І також було невиконання плану по цьому податку. Пов'язано это прежде всего с тем, что была уменьшилась численность найманих працівників в сравнении с 2019 годом почти на 2000 осіб. Також это было связано с тем, что наша сфера обслуживания, вы помните, в начале года это и парикмахерские, и громадские харчування, торгівля, квітень, тире, листопад практически не працювали. Локдауны, карантины, и все это привело к тому, что мы недополучили бюджет почти 28 миллионов гривень по этому податку. Наступный податок, единый податок, також его удельный вес это почти 16%, и план было выполнено також только на 95,5%. Недополучение вы видите почти 10 миллионов гривен. Причины невыполнения. Те, что платники податку первую и вторую группу скористались у квітні правом на відпустки, согласно податковому кодексу, и не здійснювали оплату податку. Далее, чтобы пойти навстречу бизнесу в тот тяжелый период, было принято решение сессии, где установили нулевые ставки для первой и второй групп. Это в мае месяце. Следующий шаг – это был закон Украины уже принят про внесение змін до податкового кодексу. И платники, вы знаете, первой группы освобождены от уплаты налога с грудня 2020 года и до травня 2021. Також на сегодня мы також недополучаем эти кошти. Тому податок, как вы видите, и не выполнено майже на 10 миллионов гривень. Акцизный податок. Надходження склало 68 мільйонів гривень, і понад планово надійшло 8,4 мільйона гривень. Связано це, звісно, прежде всего з тим, що нестабільність цього налогу в тому, що він состоїть у нас із акциза на пальне і акциза на алкоголь. І акциз на пальне повинен бути перераховуватись до дорожнього фонду, але в останній момент Верховна Рада прийняла рішення и вернула, как и в этом году, этот налог в местный бюджет. Поэтому план был принят, естественно, ниже, а в течение года произошло перевыполнение, чему мы очень рады. Плата за землю. Поступления составили у нас 52,7 миллиона гривен. План выполнен на 98,5%. Невыполнение составило почти 1 миллион гривен. Также причиной есть внесение змін до податкового кодексу, а именно освобождались от уплаты земельного налога и арендной платы за землю субъекты господарювання в марте прошлого года. Скористалась пільгою 461 платник на сумму 3,6 миллиона гривен. Но, тем не менее, в течение года проводилась работа. Алло? Проводилась работа с платниками по погашению задолженности с платы за землю, и в результате чего удалось минимизировать эти потери, дополнительно поступило 2,5 миллиона гривен от платников по заборгованности по этому налогу. Еще один налог, который является одним из основных на сегодняшний день, это податок на нерухомое майно. Поступления составили почти 24 миллиона гривен. План у нас выполнен на 119%.
Понадпланові надходження склали майже 4 мільйони гривень. І рост, ви бачите, по сравнению з відповідним періодом минулого року, у нас почти 23%. Связано это прежде всего с тем, что была организована работа по погашению задолженности с этого налога и проведение инвентаризации. То есть были найдены новые объекты, за которые оплата не проводилась. Таких у нас объектов было почти на 2 миллиона 600, и уже в прошлом году 580 тысяч гривен поступило в наш бюджет. Работа в этом направлении продолжается. Кроме собственных поступлений, доходными источниками местного бюджета являются трансферты из госбюджета. Общий объем в прошлом году составил почти 329 миллионов гривен. В полном объеме поступили как дотация выравнивания 54 миллиона, так и субвенции 275 миллионов гривен. Вы видите, освітня субвенция поступила в сумме 219 миллионов гривен. В том числе основная освітня субвенция, которая направляется на оплату у нас педработников в школах, это 204 миллиона гривен. И прочие освітні субвенции в сумме 15 миллионов. Основные из них это такие, как Новоукраинская школа в сумме 4,6 миллиона и Спроможна школа для хороших результатов 3,8 миллиона гривен. Медицинская субвенция, она была в прошлом году значительно меньше, чем в предыдущие годы, связано это с медицинской реформой, о чем я расскажу дальше. Составила она в общей сумме 51,3 миллиона гривен, в том числе 36 это медицинская субвенция, и 20 миллионов были прочие субвенции, связанные как с капитальным ремонтом приемных отделений, это 8 миллионов гривен, так и на обеспечение подачи кисню мешкового фонда почти 7,7 миллионов гривен.